Я всем приветствую, Костянцу. Я хочу сказать кое-что очень грустное, да, для меня, потому что, ну, можете сказать, грустно потому, что я снимаю видео, я стараюсь, я что-то, я монтирую, я, сколько у меня, дофига было видео, у меня сейчас раз, два качели еще на диске сидят, короче, потому что я их прорендерю, еще третье буду сейчас рендерить. И вот, короче, я стараюсь, я делаю, я монтирую, но, короче, в ответ получаю нифига. Например, то же самое, что у меня в одном видео, вообще нет просмотров. Да, и зачем? Он был выложен день назад. Я так заметил, это я не понять. Это либо такое проклятие, что я снимаю, стараюсь, либо это что-то делать, и у меня просмотров вот такой прям вообще большой, да. Может быть, кто подумал, тот молодец, а кто нет, тот все. И типа, я не знаю, это ненормально, потому что у меня был тоже канал. Давно, я его вел 4 года, и у меня за 4 года набралось 400 подписчиков, но я потом удалил, потому что все, никто не смотрел, два просмотра на одном видео, не считая меня, типа. Ну это, блин, как-то так. А этот канал я не хочу удалять, потому что этот канал у меня вырос еще прям так быстро, за полгода уже 115 подписчиков, а у меня только там за 2 года только соточка пошла. Ну, короче, это плохо.